Всем привет! Рассмотрим гитарную педаль Behringer HM300, педаль дисторшена. Рассмотрим переднюю панель. На передней панели располагаются регуляторы громкости, низких частот и средних частот и уровня перегруза. Вход для подключения гитары и блока питания, и выход для подключения комбика. В данном видео мы используем микрофон Shure SM57, комбо Bugera 333XL и играем на гитаре Ibanez J-Cast. Давайте послушаем чистый звук комбика. И теперь с педалью.